¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como Lola Flores ni nada, tengo 45. И мы будем резервировать. 1 февраля выросли размеры пособий федеральным льготникам. Ежемесячная денежная выплата проиндексирована на 3%. 7 лет. 7. Хорошо. В Камчатском крае проживает 16 597 федеральных льготников. Это инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, герои Советского Союза и России, герои социалистического труда и другие. Ломина ла кеме. Деса кеме дьерон, куандо трабахе. Индексации подвергся и входящий в состав выплаты набор социальных услуг. С 1 февраля его стоимость составит чуть больше 1500 рублей ежемесячно, из которых почти 900 льготник может потратить на необходимые медикаменты. 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно. Извините. Я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Ай, я по Севидя! Я по Севидя! Я ее пойду! Я, честно, очень старалась не засмеяться на это. 1500, из них 900 на медикаменты, 137 на санаторий, а оставшиеся деньги на проезд. Так, стоп, заново, еще раз. Твою мать! Охренели, ёшкин!